Тихонько, тетя! Посадите тетю в чемодан! Да идем там Россию! Вы устраиваете провокационные митинги? Нет! Вот. Да когда я яйца голове вот здесь! Дети там во дворе играют, а вы творите что, да? Мы творим что? Так если вы будете вот тут стоять, эти дети во дворе играть не будут! Да, потому что их разбомбят нахрен! Такие как вы войдете! Твою не слуха, блядь! Руки свои! Сука, чтоб больше в Запорожье тут не ходила! Ты, уроды сепаратистские. Сама ты урод. Еще черную повязку одела. Варюка ты. Варюка. Иди отсюда. Уехали. Все, машин нет. Антон, пожалуйста, не делитесь с ребятами. Это свои. Слушайте, он полез ко мне драться первый. Поэтому... Я вас очень прошу. Все, все нормально, да. Антон, вы Да. Что там, шеф? Самое главное, вот те вывод из всего. Мы когда приехали сюда, он стоял и считал. Закрылся на парад. Да. И положнял. Я ему сказала, вначале я его укатила, наблюла. Потом я ему сказала, я считаю, до 10 у него есть возможность тихо, спокойно начать отсюда. Слава Украине! Я прочитала, до 10 вижу, пацаны идут. А в Мелитополе завтра он будет. Да, это твои! Да, это твои! Да, пожалуйста, не снимайте! Я в Махачу справился. Начали выводить. Ну, товарищ, так сказать, не спасся от Тумаков, вот, потому что здесь встречали его очень рьяно. Вот. Ну, что люди хотели, когда они делают у нас в городе провокационные митинги, вот, а потом забиваются на этаже, трусятся от страха и говорят, что это несерьезно. Я думаю, что несерьезно просто делать провокацию у нас в городе. Вот это действительно несерьезно. А почему противники Волги между собой? Дело в том, что никакие противники между собой не дрались. Я вам объясню ситуацию. Вот, некоторые люди очень хотели пиара. Была уже определенная договоренность со всеми общественниками про то, что мы сейчас делаем коридор. И их выводим. Вот, определенные люди стояли, кричали, не желали выходить. Мы постарались их оттеснить. Люди кинулись драться, пришлось ответить, не более того. Он там прятался? Он там прятался, да, порядка 40 минут. Вот, в туалете, до тех пор, не в туалете, там был кабинет, его закрыли в кабинете. Он сам закрылся, вернее, с двумя женщинами. Вот, ребята с соседнего кабинета сказали, что у них стоит камера видеонаблюдения, потому что мы искали по этажам, где он находится. Нашли, что он действительно там. Его какой-то там побратим созвонился с ним по телефону, сказал, что милиция готова его вывести, общественники в этом помогут. Вот, ну... В итоге у него выбора другого не осталось, как выйти. Ну, вы видели, как его выводили. А куда его повезли сейчас? Его повезли в управление СБУ. Как говорят, нет? Ну, я думаю, возможно, немного, потому что ребята агрессивно настроены, его несколько раз пнули, так сказать, несмотря на то, что мы пытались. Как он мотивировал свой приезд? Это преддверие выбора. Мотивировал свой приезд он никак. Я считаю, что единственная мотивация его приезда сюда – это приезд сегодня к нам в город, ну, во всяком случае, планирование, да, приезда в город к нам президента. Вот, они хотели просто сделать провокацию, вот это для них своеобразный пиар.